Здравия коллегам по опасному бизнесу. Зашел в теплицу, приехал. Будем нарушать все законы, так сказать, вселенной. Вселенной овощеводов. Сегодня всех с наступающим Новым годом. Перемололи мы этот год. Этот год перемололи. Следующий год перемолоть надо. Надеюсь, не такой будет, как этот. Но те, кто там в окопах, конечно, сейчас страдают, месят грязь. Это, конечно, жесть. Им поддержка и все, так сказать, респекты. Так, в плане нарушения всех законов. Приехал я повыключать свет. У нас тут с температурой. Температура у нас 27. Нормально. Выключаем. Сейчас у нас сколько время? У нас сейчас время 7. Ой, 7, ага. Полпятого где-то. Все, оставляем их без света. Досветка должна была идти до 9 вечера. Оставляем их без света. Дверь оставляю открытой, как правило, я ее закрываю. Так, здесь что, клубника. Можно сказать, некий обзорчик. Ну-ка, давайте-ка сейчас сделаем вот так вот. Так, отключаем помидор. Отключаем еще один корпус. Нарушаем все законы досветки. 31 декабря будем садиться за стол. Так, эту дверь открываем. Рассада, что? Ну что, рассада? Рассада терпит. Рассада терпит. Осталось два корпуса. Вот эта вот рассада не терпит. Вот здесь, конечно, жесть. Это сейчас я фонарь один выключил. Здесь все. Здесь мы, так сказать, приплываем. Здесь. Ладно. Ну, как всегда. Опять же, сейчас праздники, впереди выходные. Может быть, завтра займемся, 1 числа. Завтра, может быть, займемся. Так, что еще надо выключать? Сейчас мы пройдем в тот корпус. Выключаем здесь все. Что тут по рассаде? 18, да? Так, тепловентилятор, вечер. Включаем. Выставлено чуть-чуть ниже. Ну, 18-19 включится. Ну, 18 включится, тут еще он брешет. Я так немножко откалибровал. Вот эти поющие трубы. Поэтому и выключаем. Здесь у нас будем 2 числа выйдем. Все это снесем. Уничтожим. Пропущенный, видать. Все это снесем. Какой-то огурец еще проскакивает. Что-то есть. Так, немножко сумбурно. По-быстрому пробежим. У нас такая вода здесь, что огурец получается вкусный. И не экономим на микроэлементах. И огурец очень сильно в магазине, в своем именно на розницу летит. Ну-ка. Ну как вот это вот. А, или он вырос. Мы собирали 28-го, кажется, числа. Здесь сборы были. Так, ладно, еще много проходить. Значит, сейчас я хочу один корпус отключить, чтобы у нас не включать второй котел. Огурец смысла нет топить. Ночью плюс 5. Все, я закрываю этот корпус. Пускай мерзнет. Все равно его сносить. Ночью плюс 5. Пускай здесь будет плюс 10. Зато у меня будет там. Вчера ночью летал, в 2 часа ночи сюда приезжал. Все, закрыл, чтобы на рассаду не кошмарило. Вчера ночью приезжал сюда в 2 часа ночи, ну и плюс-минус. Так, помидор выключаем дальше. Так, сейчас где-то... Нет, сейчас не 5, наверное, полпятого где-то точно. Так, помидорчик. Тут тоже пока рецепт откалибровал, но... Представляете, сколько листьев потерял, пока месь я нашел ему
Вот сегодня вообще не поливал. Сейчас доделаю досветку там. Вот, ну, помидор он такой покрепче. Сегодня вообще не поливал. Так, опылим. Опылим. Все. Так, здесь этот корпус оставляем включенным. Здесь у нас что? Ну, тоже огурчик, магурчик. Числа первого соберем. Ну, на старый Новый год уже не будет. Огурец очень хорошо. Так, здесь оставляем открытый. Пускай более-менее, если будет здесь жарко. Так, здесь ничего выключать не надо. Свет выключаем. Кстати, пропустил. Пропустил. Так, вот это включаем. Да, немножко вначале сумбурно, так сказать, поставил с Новым годом. Так, а это что за лампа горит? Многозадачность. Знаете, такая тема есть. Многозадачность. Так, все, поющие трубы горят. Поют. Надо менять на резиновые. Я у себя там в теплице на резиновые поменял, потому что вот здесь уже потом, вот здесь начинает прорывать. Сейчас у меня давление 2 атмосферы в системе отопления. Сейчас еще пойдем в котельную. В котельной еще выключу. Поставлю на вторую скорость горелку. Так, все. Тут наши прошлогодние победы. Ну, ну все. Извините, растишки. Извините, растишки. Клубничка, помидорки, огурчики. Время 5:30. Не хочу ездить. Испытывать судьбу. Шампанского все равно захочется. А полиция не дремлет. Лучше за рулем не ездить. Так, здесь сильнее дверь. Все. Датчик. Датчик. Кстати, датчик работает. Все, датчик работает. Здесь я... Мне придет сообщение. Я ночью, если что, запущу. Есть такая страшная рассада. Да. Стартанем ее. Сейчас у нее проблема. У нее получается в кубике засоление. Уже ее надо выставлять. Корневая система. Корневая система уже просится. Будем выставлять. Сейчас вот начал проливать. Вот она. Уже вода где-то вот так вот стоит. Завтра еще день зальет. Завтра 1 числа приеду сюда. Вот все они уже начали заливаться. Все нормально. Завтра мы... Завтра дольется уже до полна. И все. Так, котельная. Так, ну лады, котельная. Там ничего интересного. Так, ну... Всех с наступающим. Всех с наступающим Новым годом. Всего хорошего. Здоровья. Будем, так сказать, стараться следующий год сделать результативнее, чем этот год. Но в любом случае надо держаться. Все. Всем удачи. Здоровья.